пришли на аэродром первыми. В первой атаке уничтожил расчет ПЗРК. Там же была уничтожена ЗУшка, которая прикрывала расчет ПЗРК. Понимая, что мы находимся под плотным огнем, отошли на северный торец полосы и оттуда начали планомерно защищать аэродром от ПВО. Объекты были весьма хорошо замаскированы, поэтому приходилось вызывать огонь на себя, чтобы ведомые экипажи видели, откуда ведется огонь, и отрабатывали по ним. Объекты были замаскированы под гражданские машины. То есть стояли машины, предназначенные для ПЗРК, а рядом они останавливали обычные автомобили на дороге и прикрывались ими. Всего вот именно на моем вертолете было зафиксировано 18 пусков ПЗРК. Вертолет справился, хотя получили зенитной артиллерии, получили повреждения главного редуктора и левого двигателя. Мужики, я подбит, кто видит кашу, обозначаю себя, иду на вынужденную. Нашей группы было уничтожено 6 ЗУ. Зенитных установок. Расчетов ПЗРК мы даже посчитать не смогли. Только первая не выпущена, у нас редуктор пора разваливаться. Вертолет уже продолжить полет не мог до аэродрома, просто не дотянули бы. Приняли решение на выполнение посадки поближе к своим силам. Накинуть борт. После этого заняли круговую оборону, начали вести беспокоящий огонь, чтобы даже попытки не было выдвинуться в наши силы. После этого увидели, как разворачивается отряд. Расчеты минометов, которые хотели прицельным огнем уничтожить вертолет. Но к этому моменту подошли Ми-24, которые нанесли поражение расчету минометов. Работы много, дело у нас хорошее. Победа будет за нами.